Всем привет, дорогие друзья! Решил я немножко хлеба отобрать у фудблогеров. Сегодня мы распакуем плов с мясом по-узбекски из фикс-прайса. Тут еще, кстати, инструкция, как распаковывать. Вначале берем, поднимаем вверх, потом оттягиваем на себя, потом поднимаем вверх, оттягиваем на себя. Понятно. Кто-то его не хвалил, а кто-то, наоборот, мне один товарищ на рыбалке говорит, что вот именно такой, как и надо, как и должен быть плов. Ну что тут внутри у нас? Плов перемещается в тарелку. Сразу в центре видно соевое мясо. Я вот вижу, по-моему, это соевое мясо. Чё тут? Из банки не выпадывает. Масло, главное, не течет. Уже хороший признак, если масло не потекло ручьем, значит, он не слишком жирный. Значит, он в разумных пределах жирный. А это очень хорошо. Так. Короче, из банки он достается крайне хреново. Едем дальше. Так, из банки он достался такими кусками бесформенными. Ну, по виду нормальный плов. Что докапываться-то? Сейчас попробую холодный. Ой, упал. Едим руками, как по-узбекски. Нормальный вкус, не сильно соленый. Сейчас его погреем в микроволновой печи. Может, он повкуснее станет, греет это тепленький. Порция небольшая. Единственное, меня смутило сразу мясо. Что там с мясом? Так, ну что, я немножечко погрел плов. И он должен быть теплый. Мне уж очень интересно, что это за мясо. И мясо ли это? Говорят, то ли курица это, то ли что. Так. Все нормально. Плов вкусный. Рис мягкий, проваренный, хороший. Мясо это. Ну, мясо это. Это не мясо. Это какие-то тефтельки. Походу соевое. Да, соевое мясо. Ну, неудивительно, что такая тарелка плова 81 рубль стоит. Банка. В общем, в принципе, ну, по крайней мере, он не противный, этот плов, точно. Он не противный, его можно есть. Я ожидал, что просто будет гора этого жира. Есть можно, но мяса в нем нету. Ну так нормально. Голод утолить вполне самое то. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.